Ну шо, let's go. Спасибо, Ханли, тебе большое за донейт. В общем, ребятки, смотрите, у нас челлендж сейчас с нагингом. Будем, короче, сейчас играть на саппортах против подписчиков. Нагинг на втором слоте и я, конечно же, на первом. Сейчас постараемся что-то интересное сделать. Что-то интересненькое, какой-то контент. Надо задушить оппонентов. Попробуем задушить. Прям лютенько. Гоу. У нас, короче, челлендж тупо на саппортах мы, и пацанам нужно будет отсапить. Кто у нас тут? Пятый, четвертый, третий слот. Пацанам в саппорте, мы, короче, катку надо выиграть. Задушим. Каточку нужно задушить. И все. В общем, наша такая задача. Надеюсь, катка получится интересная. Сейчас посмотрим, как у нас получится. Кстати, одно из условий этого челленджа, это было то условие, что нам выбирают именно оппоненты, на каких героях мы будем играть. Так сказать, такая тема. Сам шмотки, так. Короче, беспредел, чуваки. Можешь хоть в керри. Короче, саб герой, но только в керри, такое условие. Можно в керри, можно в сапа, короче, без разницы, главное задушить. Алан, ставки есть? Давайте спросим. На сапах. Хорош. Кстати, хотел предложить Анинка один к одному. Так. Так, спасибо за подписку. Спасибо. Жандар 500+. Хорош. 85-я с сабами. Да нет, это не вопрос. Это все. У меня каждый вечер такая суета. Можно разводить, так сказать. Нормальную суету. Оба решили ставку принять. Го, ставку. Еще ставочка один к одному вырисовывается у нас. Let's go. Let's go. Дима, скинь ссылку на второй канал. Пусть пацаны, кто танками увлекается, подпишутся. Небольшая помощь, пусть будет. Так что закинь пацанам ссылку. Ребята, зайдите, Дима кинет ссылочку. Душаните. Next slot, пожалуйста, дай. Грайм. Давай, брат, на некстик захалдим. Спасибо тебе, бро. Поддержите пацана. Это такая небольшая саб-помощь будет. Так, смотрите, что делаем? Сапожище и вот эту тему. Так, у нас твинхед, да? Твинхед. Кинь ссылку. Кинь ссылку пару раз, пусть пацаны подпишутся. Я свои слова, так сказать, отработал. У нас Марита, портретка тут. Кто мид? Я могу пойти. Мид. Позже там ролика всего, да. Закинь сейчас, пусть пацаны зайдут, подпишутся. Просто пока онлайн, в принципе, онлайн не пиковый, это стоячий онлайн, но все равно. Ребята, кому танки интересно, они подпишутся все равно. Будешь закидывать же что-то, будут смотреть. Пока есть возможность. Так, тангусы закидывают. Но я, походу, центральную пойду. С Эсефиусом, да? Эсеф меня сейчас будет тут это... ласкать. Ой, ару какая. Ну, хиназис, если ару не поймает, это не хиназис. Но ару я не поймал, значит, все хорошо. Корни по КД. Да, ну выбрали, видишь? Выбрали. Так, ну что, ребятки, поехали. Чаленги меня почему-то отправили на центральную. Ну да ладно. Я сейчас не думал, что центр пойду. Но с Эсефом будет нормально. С Эсефом постоим, как говорится. Как говорится, под задушим. Под задушим. С Сефиком будет весело. Интересно, задушу его в центральный? Не души крипа, да? Не промахивайся. Хорош. Убер попа. Слот на некс. Давай, бро, сделаем. Так, ну придется МХ воспользоваться. Убер папа, спасибо. Сделаем на next. Хорош, появился.
Можно подобивать плюс. Жандар еще тут, Shadow Fiend. Так, третий левел не за горами. Хорош. Вообще с ХГ надо работать по оппоненту, насколько я помню. Типа, сколько в доту играю, как бы надо, ну, такое правило есть. Если стоишь на хайграунде, обработай немножко оппонента на миду. Ух ты. Ты Криса. Работаем, пацаны, по СФу. Давайте нулик возьмем, типа, работать вообще нереально. А где? Почему? О, это жесть. Вот это ненавижу, вот эти баги. Дропнись. Хорошо, все, есть. Погнали. Работаем по Shadow Fiend. Работаем по Shadow Fiend. Ару летит. Добрый вечер. Опа, вот это аланчик. Хорош. Так, нулик имеется. Хорошо. Так что, пацаны, если кому танки интересны, залетайте. Будем делать вещи. А иди в задницу со своими агро. О, что талант! Успокойся, да, успокойся. Успокойся. О, дабл килл Нагинг там. Нифига. ЧСВ Нагинг. Нагинг еще то ЧСВ. Так, а что с СФом? Интересно, без варда, кстати, такое себе не весело, не очень играть-то. Какую ТПшку хотя бы. Опа. Интересно, а Жандар будет кайлить немножко? Хорош. Четвертый левел Сефиус, да, но этого крипа надо добивать. Есть. Так, ну с пятым левелом надо назить его. Промах. Иди сюда. Годрац. Ух, каелы какие. И вырубай вот это МХС. Кстати, я могу умереть сейчас. А нет, показалось. А я сейчас могу на развороте сыграть немножко. Хорош, Ахмат реагировал, понял, да, о чем? Контора, развели на хилочку. Хорошо. Ну что, Жандар, потеет Жандар. На потун. Че там? Монета, да нафиг она мне. Благодарю, не за что, не за что. Скажешь потом. Че, сколько пацаны там поддержали. По кайфам. Так, что-то на Кура. Кура на... О, ничего себе, это что за бобники? И вот это прекращай, да? Звать. Не надо звать никого сюда. Я соло хочу. Прикинь, бобник подошел. Гляну позже, иногда гоняю в танки. Ой, танки. Танки наше все, да, получается? Ахмед, наверное, отдельной каткой это зальет. Да что с Курой? Что она вперед-назад летает? ВТФ, парни. Что, видели? Она сюда полетела. Потом обратно полетела. О, Аланчик там закидывает. Хорош. Не забывайте, ребятки, что эта катка еще и на ставочку 1К. 1 к 1. То есть у нас тут есть возможность с Ахмедом по 1К потерять. Рубликов, конечно же. Рубликов. Блин, тут надо стики. РР. И вот так вот сделаем. Так, на топе у нас Потма. Хорошо, работаем. Хорош. Так, 600, да. Опа, есть затар. Регенимся. Дропаем транквилу. Работаем. На топе суета. Единственное, какая проблема может быть, это Боник. В инвизе может стоять, курить.
Ой, жандар. Ой, жандар. Бедолага. Ох, что жандар. Вар, где его? Нету. Ты шо? Го вот этого психа. О, все, в инвизик зашел. Чуть раньше бы сентряк поднял. Опа. Чуть раньше бы сентрячок. Давайте сделаем этот. Форстав, наверное. Мана регенится, пойдет почти. Работаем. Хорош. Пока ману восполняем, я думаю... О, фу! Вот это ару, конечно. Это, конечно, ару. Я хочу разбить это центре, брат. Ай же есть. Ох, что джандар. Ох, что джандар. Опа, есть. Хорош. Так, 950. Я думаю, я сделаю дискорд. Это добавит мне армора, что даст небольшое сопротивление отбойника. И плюс можно будет вносить очень много с магии. Мне кажется, это довольно-таки неплохая альтернатива раннему артефакту. Но нужно будет по-любому сделать тут форстав. Я думаю, меня очень сильно будет хейтить клок. Так что я хз. Спасибо, ребят, всем, кто на стриме. 700 человек от души. Всем welcome, если кто-то впервые. Не забудьте подписаться на канал, смотрите зарубы стримеров. Рубрики, гайды, очень много контента на канале, поэтому не забывайте подписаться, чтобы проводить время не с пользой, но хотя бы чуть-чуть по фану, как говорится. Поэтому, ребятки, спасибо всем, кто поддержит, кто лайкает. Всем респект. Серьезно. Вместе, как говорится, вместе сделаем вещи. Ну, сори, я тут даже колбу не могу кинуть. Вот это сейвы! Вот это я как дуралей сейчас сдох. Жесть. Можно было лучше отыграть. 4 мид. Но я бы не сдох, если бы что-то клока, блин. Прогулял я, что он сейчас... У него худшот еще есть, надо было вправо идти. Печалька. 400 до радика. Ну там руф радиенс выходит, да? А, он до сакры, да. Ну мой косяк, кстати, я сейчас то, что сдох, я мог тут выжить. Я что-то прогулял, что у клока шестой, но немного отвлекся. Немного отвлекся, пацаны. Отрекся, так сказать. Даже можно выразиться так. Не должен был я тут умирать. Хотя, ганг. Я бы зашел на ХГ, попробовал бы ультануть. Там клок вверх бы все равно бы задушил, мне кажется. Так, ну что, СФ. Погнали, попробуем вещи делать. Делаем вид, что мы дурачки. Знаете, это моя тактика гайдовская. Делаем вид, что мы дурачки, а потом бежим, даем колбу, подходим в упор и ультуем. И, конечно же, ульта не дропается. Но все равно тактика безупречно работает, ребятки. Берите на заметку. СФ отправляется в таверну. Хорош. СФ все равно отправляется в таверну. Нагинга как зовут? Ахмед. Ахмед. Пойдет. Пацаны работают, потеют. Сейчас еще ауруф 4, чтобы ребятам был монореген. Особенно руфу. Руфу очень хорош этот монореген. И мне дискордик уже, в принципе, имеется, ребятки. Все, и можно сейчас подработать, кстати, по лайнам. СФа я загнобил в централе, несмотря на то, что ганги там были. 0-3-1 СФ. Это жандар. Пацаны, безусловно, тактика работает отлично. Против жандара так вообще. Если жандар на СФ, это ГГ. Но на инвокере, конечно, там... Даже нагинг рядом не стоит. Пацаны, там вас обходят, если что. Как говорится, гей-парад. Гей-пары. А можно развороте, кстати, сыграть. На развороте сыграть, смотри, как умею. Пол хп улетело. Брат, ну давай работать. Вот этому, значит, даю. Этого с руки, брат. Хорош, да не заберешь ты меня. Мартретки оставляем. Куру кто-то забрал, там воник. Там воник, парни. Куру забрал. Вон он. Давай за байчу, брат.
Хорош. Куру убили. Боне убил. И, знаешь, смотри, что сделаем, да? Купить можешь? А, он там, в боковом. А, ты там купил. Спасибо за подписку. Ты там купил, все, без Б. Так, это 400, значит, да, и 50. 450, ну, такое. I'll check it out. Если я зайду под Т-шку, я не вывезу. Сейчас Клок еще, наверное, прибежит. Там Клок еще. Не-не-не-не-не, я не пойду, опасно слишком. Опасно. Он где-то вот здесь Клок стоит, потому что оттуда ракета откуда-то сверху прилетела. В мид бежит кто-то из леса нашего. Окей, отходим. Надо чуть-чуть коммуникабельно выйти. Плохо кастанул я. Когда он последний? Ой-ой-ой-ой. Let's go! Боника первым, брат. Ну ладно, СФ. Опа. Да еще и Угр тут. Вы че? Еще и Ара улетит. Да вы серьезно? Пацаны. Он урну там еще кинул. Ну, по идее... А-а-а, ракетница, боже. Обида. Чисто обида. Ракетой меня забрал, вообще краешком цепанул. Печалька. Печалька. Не, фраза тут не в этом, унись, не унись. Но он очень много плохого в мою сторону говорил, этот чел, максимально много. Но, типа, я не собираюсь свою рубрику ему там образно указывать его канал и донатить ему я не буду. Поэтому этот человек сразу отпадает. Я с ним никаких дел иметь не хочу. Мне максимально противен этот человек. Поэтому, как бы, сорян. То, что он там пишет, говорит, пусть говорит дальше. Так что нет смысла. Так, ребят, плохой ультимейт дал вообще максимально. Хорош. Так, там сакрет почти имеется, да? Ребята в лесочке дерутся, да? Ой-ой-ой. Пусть говорят, да. Такая передача есть. Передачка, пусть говорят. Слушайте, а может дагерочек попробовать, даже не форсу. Типа с даггером у меня есть шанс вот просто прыгать сейчас, нажимать одну кнопочку, и это будет ГГ. Почему нет? Мне кажется, это будет более чем адекватно. Гоу, Абадону поможем. Но если там еще и Клок будет, это, конечно, будет очень печально. У него ульта нету, да? Оооо! Вообще жесть, вот это мы зацейвили братулецкого. Видали такой сейв какой? Там корни, тут, блин, колба, жесть. Это люто. Бобник убегает, да, у меня еще досты есть. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Блин, я не успеваю, да? Да, я попал в него, но не замедлил. А вот я замедлен. ТП-6, брат. Not enough mana. Хорош, лопнул. Ракета. ПКБ не поможет там против Клока, брат. Не может помочь там этот тем. Так, но это дагерочек. Это дагерочек, ребятки. Это дагер. Хорошо, на ЦМ-ке делаем вещи, парни.
Да, герочки, погнали. Дастики. Фулл саппинг, погнал. Дастики, вардика нету, нет смысла ставить. Так, курочка. Хорошо, погнали. Отлично, добрый вечер, Бунфлэч. Конечно, почему не вторая дота? А, имха играет достали же. Ну, не понимают, наверное, что это платформа Ruining, бро. Так, что такое бывает. Спасибо, друзья, всем, кто на стриме, от души. Не забудьте влепить лайк. Продолжаем душнилу. Вроде пока что нормально выходит. Напоминаю, катка челлендж у нас. Катка челлендж. Играем с Нагингом на саппортах. Ну как на саппортах? Я пошел на мид, он пошел на изи линию. Но герои сами по себе саппорты. Типа саппорты. Ну можно как бы в керри, да, собрать руфа и цм-ку. Но типа сама задача была, оппоненты нам выбрали героев. И мы должны эту выиграть. Если выигрываем, получаем по 1к рублей. Если проигрываем, отдаем 1к рублей. Он и я. Это очень на самом деле интересно. Мне один дашь? Я душану. Прыгну душану. Давай, давай, давай. Хорош. В смысле ты? О, джи-джи. Есть ультимативное, бро. Дай разбить. Я умер, 100%. Неужели я как-то что-то накосячил сейчас? Я не вкурил. Я думал, я сейчас прыгну, просто ультану и все. Ну, задушат там под дискордом. Дискорд еще чуть-чуть висел, просто RDNs и Нагинг задушат сейчас. Нормально. Хорошо. Пойдет. Не понял я, почему Санвиза вышел. Хорошо, Дазла можно сделать офигенно керри с дезолятом. Да, можно, через армлет довольно-таки приятно играть им. Берешь, накидываешь себе, так сказать, грейв, да? И получается неплохо. Получается неплохо. Клокверк, конечно, очень сильно моросит. Давайте сделаем сейчас еще глиммер до кучи. С глиммером будет хорошо. Глиммером будет хорошо. Будет отлично. Странно так, почему я вышел, очень даже интересно. Удачи в стриме, спасибо. Спасибо. Ароу летят, ракеты летят. Что это такое? Там БМ на клоке. БМ там. Так, опа. А вот так сделаем. Все, хватит с меня. Сгорит. О, хорош. Вардецкий стоит, да, бро? Стоит. Вардецкий стоит. Где наша мортретка? Мортра по КД в таверне. Да мы тут еще и проиграть можем, я так смотрю. Качели, да? Боник там убивает. Вот так вот, пацаны, можем еще и проиграть. Можем еще и проиграть. Это минус топ, походу. Как забанить, чтобы чел не писал? Ну, не знаю, бан и чтобы не писал две разные вещи. С руки! Там вардецкий вроде. Ой-ой-ой. Не-не-не, не надо. Руфчик там солирует. Хорош. Хорош, солирует. 300 бакс называется эта тема. Так. Оп, эту тему делаем вот так. Вот там кто-то был, бро. Аккуратненько. Там клок, скорее всего. Да, контент-то крутой, да. Не знаю, там у него обиды были. Круто получилось, я тоже считаю. Ой, да хорош. Ой, еще ESF тут. Не надо, пожалуйста. Пожалуйста, урну накинули. Но я, по идее, должен убежать тут. Хорош. О, фу. Го, вот так сделаем. Гоу-гоу-гоу. И я же через shift нажал.
Хорош. Даблкил. На вставочку хочу. Ай, ты зажег его. Нах, ББ, говорит. ББ надо, брат, ББ наше все. О, вот он, вот он, вот он, вот он. Давай, 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 давай этого кукуруза. Ну вижен, вижен. Да, вижен. Еще нету никакого детекшена. О, боже, таракани. Таракани и поносы. Есть, сюда. Хорош, на вставочку. Минус 3, отлично. Какой бот? Ру 5. Что Боник делает? Фидонит. Что делает? Отлично. Неплохой байбек, в принципе, реализован. А, Руфчик там фармит. Да, господи, я вас умоляю. Что-то изикатка, что ли, будет? Конечно. Жестко задушили, да? Хорош. Отлично. 15 левел есть. Не знаю, вот тут не выжил. Печалька. Гонятся за мной. Так, пойдет. 16 уровень сейчас. У SF, а там Лотар Сейдж. Насколько я понял. Это довольно-таки не очень хорошо. Можно вот так выразиться. В целом пойдет. Как говорится, души, дорогой. Ой, засолировал Алана, в баночку засунул. Кто там на топе? Агур. Не знаю, Клока боюсь очень сильно. Не вижу Клокверка вообще нигде. Не вижу. А как я прыгаю, говорит? Как рак. Раком. Вы его? Даст и есть. Вот тут кто-то был. Агур. Гоу его. Ну или Агура, мне без разницы, братан. Кого убивать. Не очень хотел я на себя все принимать, но вот это, кстати, чисто на рассказ было. Не на стил. Лок в миду. Боны где-то тоже тут. Хорош. Отлично, парни. Пока что двигаемся по игре хорошо. Клокверк на ботами. На дне. Можно выразиться так. Пока фармим. Слушайте, может БКБ-ху сейчас просто давануть? Попробовать. Вроде шансы есть БКБ-ху собрать. Гвенис. Боник на топе. На ботами. Ой, на топе. Гу. Го. А я под байчу. Цоцат. Хорош. Будем цоцат делать, дайте подбайчим. Подбайтим. О, байтятся, да? Как тараканы. Побежали. Ой, жесть, лоу хп чисто осталось. Ну, я, если честно, не особо хотел стилить, но уже понял, что там у него в БМ. Попытался уже крипов смыть, думаю, крипов сам смою, будет, может, нормально. Не успели чуть-чуть. Чуть не успели, Абадон нужен. Жесть. У меня почти БКБ есть, БКБ-ха будем сало душить. За руфом будет бегать, задушит. Можно сделать, кстати, этот Glimmer Cape. Но там единственная проблема, это то, что там БМы. И это не даст мне кастануть ультимейт. Значит, самое время задумываться о покупке Black King Bar. Пофиг на этот Glimmer. Давайте попробуем БКБ, тем более у меня уже почти все куплено. Чтобы не умирать. По низу. Ой. Или топ. Там вардик на топе есть. Погнали на топ. Парни, вардик на топе есть, можно поработать. СФ на миду раскастовочку дает. Жестко начинает мартретка вгрызаться. АСП ставится хорошая. Джакиру СФ лопается просто, как будто надувной шарик. Марита будет прыгать? Брат, прыгай. Блинкуй, дорогой. Ты красавчик, лучший просто. Ультуем с ХГ. Как профессионалы. Мартретку ракетой. Пришибло. Хорош. Но неплохо. Все равно фражочек мы забрали, ребята. Значит, что скоро будет БКБ.
Третий слот что делает? Снижает резисты магические, у меня очень сильно кнопки бьют. Так, бойник не сломает. В принципе, нету сейчас клокверка, и можно спокойно порофлить здесь на миду. Над крипами, подобивать их немножко. И будет все огонек. Смываем эту всю контору. Не добиваем ни одного крипа, конечно же, потому что раколовка сработала. Так, Абадон там работает. Отлично, просто вот она, сила, пауэр, иду. Иду. Сила, пауэр, все вот это надо перечислить, чтобы типа сила, пауэр, ультра, мега, супер. Это все надо. Это все надо перечислить. Ультра, пауэр, супер, мега. Вот, хорош. Бабадон, гоба. Бабадончик. Бобник там ломает. Бабадончик. Ух ты, нифига себе. Ля как хукшотит. Ля как хукшотит. По кайфу. Так, 1200, да? Почти БКБ. Отлично. Я, наверное, в лесочек зайду, добью, наверное, парни. После пика стоит синий, что он делает? Я же говорю, резисты снимает. Не-не-не, брат, тут не варик. Наверх он не поднимался, да? Вот он. Даст, ты есть у тебя? У тебя сентрики, да, есть? Сентри, 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 брат. Хорош, умница. Красава. Просто легкий фраг получился. Все ок. Отлично. Юрист. Так, есть БКБ. Погнали. Теперь клок, когда будет влетать. Будем, так сказать, пальцы показывать, да? Хорошо. Отлично. Я готов. Джорабонита. Где же ты был вчера? Я говорил, что у меня знакомство родителей. Ну что ты? Слот next. Где же ты был вчера? Как там Убер Папа? Юбер Папа. Фидит. Нормально, брат, нормально все. Спасибо тебе, дорогой. Давай на Nextix залетай. У нас сегодня жесть, зарубы такие лютые. Спасибо тебе большое за донейт. Можно смело пойти Т2, можно Т2. Как в чате копировать, вставлять текст? Не знаю вот эту тему. Есть БКБ-ха. Давай, бро. Сделаем, сделаем. Все сделаем, бро. Как скажешь. Че, гол туда, да? Оба! Не-не-не, задуши его. Хорош. Есть еще кнопочки. Отлично. Опа, потма. Опа, смотри, что есть, бро. Хорош. Агрессируем. Он С получается ГГ. Он реген идет. Хорошо. Аркану бы. Да, на Абе. Ух ты. Ничего себе. О, Яру поймал. Братцы, сорянба. Сорянба. Хоть одну словил. Ждем врыва. Если драка начнется, так задушим тут нормально. Хорош. Кто Рошана? Рошан это наше все сейчас. Он имеет в виду в чате, Михаил, как-то вот ты написал образно там АВ, и это какую-то кнопку нажимаешь, это все выделяется. Какую-то кнопку надо нажимать. Абадон подходит. Клэпот будет. Ну, если что, если он прыгнет, я накрою. Я накрою. Хорош, успели. Отлично. А что, можно задушить его, да? На развороте. Улетел.
Let's go. С руки бей. Блокуй. Беги. Хорош. Отлично. О, интернет передает привет. Небольшие лаги пошли. Джи-джи. Ну, это походу ГГ, да? Заходим в ХГ, ГГ. Отлично. Боник на топе работает. Получается, сегодня с Нагингом победили, да? Получается так. Вот туда. Да у нас ХГ вон там можно сломать на топе. Целое. Девять секунд и 19 секунд. Думаю, они не будут газовать тут даже. Опа, Джеки Рос поймал. Клок будет ждать, пока я ворвусь, да? Походу. А он даже не будет прыгать. У нас топ падает немножко, да? Пошло дело! Хорош! Сюда. Пока Боник там ломает, мы тут тоже ломаем. GG! Отлично! Хорошо. Клоку надо только в меня прыгать, иначе я успешно ультану. GG. Хорошая катка получилась. Хорошая. Но это, походу, плюс 1К. Плюс 1К, походу. Хорош. Подскажи, как стать успешным. Нужно много трудиться, чтобы стать успешным. Хорош. Давайте аганим сделаем. Погнали на бет слетаем, парни. За аганимом. Пора. Да, Нагинг на бонике играет. Ай, жесть. Хорош. Привет, Азик. 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 То был Азиз, всю жизнь стал Азиком. Понимаю. Год одушивает третью сторону. Agreed. Подшайв. Привет. Слот на next, братан. Ник и мам подчеркивание Куликент. Окей, Куликент. Давай на некстик залетай. Спасибо, бро. Спасибо на next, слотик выделю. На next. Залетай на next. Так, я готов, бежим. Вардим. Пришел главный ЦМ-ка. Клок прыгает, ультуем. Пофиг вообще. Тут бобник где-то под ногами, что ли. Хорош. Отлично. Я не видел женщин. Немножко жаль, что мы без грязи и коров, по сути, играли. Немного все поймут, что там столько глубоко. Что мы без грязи и коров, по сути, играли. Я думал, все поймут, что шансы только в глубоком лейте. Но нет. Ничего страшного, Алан. Бывает. Ну, выиграли мы, считая, ну, по-честному, да, ну, чуть переиграли. GG. Хорошая катка получилась. 35 минут, пацаны, подушили чуть-чуть. Чуть-чуть подушили. Чуть-чуть подушили. Устраиваем Новый год карнавальный, как говорится. Каточка с Нагингом просто затащена. Нормально, задушили мы. В принципе, хорошая катка получилась. Очень интересный челлендж вышел. Спасибо Алану за то, что задушил такой челлендж. И спасибо вам за то, что посмотрели такую катку, ребят. От души.
Хорош.